Аби пролити світло на цю ситуацію та все ж таки розібратися у суті реформи сфери ЖКГ, ми запросили до студії 9 каналу начальника управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської міської ради Михайла Лисенка. Михайло Олександрович, здравствуйте. Добрий день. Ну, давайте, наверное, для начала все-таки прокоментируйте ситуацию с помещением на улице Осенней, на чем там, на чьей стороне там правда. Ситуация следующего характера. Всем известно, что 30 апреля 2015 года решением исполкома Днепропетровского городского совета было принято решение о определении поставщика услуг до момента проведения конкурса. Что предшествовало этому решению и почему было принято такое решение, я вам расскажу. Известно, думаю, всем жителям о том, что ситуация в жилищно-коммунальной сфере не только на территории Днепропетровска, но и на территории всей Украины достаточно сложная. Будем говорить, так это самая запущенная, самая тяжелая отрасль в нашей стране, которая уже катится больше 30 лет, по сути, на наследстве Советского Союза. Но, несмотря на все это, у нас нашлись определенные люди, которые, когда страна находилась в состоянии войны, не погребовали, если так можно сказать, втихаря, на этом деле заработать, то есть достаточно внушительные суммы. Речь идет о, прежде всего, о 96 объектах, которые уже ранее неоднократно муссировалось в теме. То есть я был назначен руководителем этого подразделения в марте прошлого месяца. И мы провели анализ, что же все-таки действительно происходило за последние три года с собственностью, да и вообще во всей коммунальной сфере города Днепропетровска. Ситуация оказалась следующая, что в 2013 году на баланс индустриального и жовтневого КПЖ РЭПов, которые уже в тот момент являлись банкротами, было передано имущество жовтневого и индустриального района, то есть по большому счету весь жилой фонд. План санации этих предприятий до сих пор не утвержден, что позволило определенным гражданам под шумок реализовать объекты в городе Днепропетровске. Именно их на сегодняшний день составляется количество 336. То есть это объекты, расположенные в центральной части города, объекты, расположенные на красных линиях, то есть ну, очень много знаковых объектов. Для того, чтобы не допустить дальнейшую реализацию этих объектов, было принято решение временно до момента проведения конкурса определить поставщиком услуг Жилсервис 12 и Жилсервис 14. Что это за предприятие? Это предприятие, учредителем которым является 100% Днепропетровский городской совет. То есть это коммунальное предприятие. Да. Было сделано для того, чтобы забрать финансовые потоки, которые поступают и по неизвестной схеме реализовываются на усмотрение руководителей этих районов. Поскольку мне, как руководителю, за то время, которое я руковожу управлением, руководители индустриального и жовтневого района, как они поясняют, они мне не подотчетны, поскольку там существует арбитражный управляющий, и все решения, все свои действия, они согласуют исключительно с арбитражным управляющим. То есть мнение горисполкома, мнение руководства управления жилищно-коммунального хозяйства, как они сказали, для них даже не второстепенное. Не указ. То есть, да. И все финансовые потоки, которые поступали от жителей, они, будем говорить, тратили исключительно на свое усмотрение. У нас, в частности, сложилась такая проблемная ситуация. Дворники того же индустриального района с мая по декабрь месяц не получали совершенно заработную плату. Вообще просто не получали. Понятно, люди обратились осенью, вернее летом, в прокуратуру города Днепропетровска. В результате этого с городского бюджета на погашение задолженности по заработной плате было выделено порядка 2,5 миллионов гривен. Однако люди эти денежные средства не получили. На вопрос к руководителю ЖЭК индустриального района, мол, где денежные средства, он говорит, все вопросы, пожалуйста, или к арбитражному управляющему, либо к нашему куратору, товарищу Гуфману. То есть дворники, когда меня назначили, они пришли на прием, обрисовали ситуацию, что на сегодняшний день март месяц, с апреля денежные средства мы не получаем. То есть почти год. Почти год. То есть мы были вынуждены с баланса, то есть перечислить еще раз со счета горжилуправления сумму около 1,5 миллиона гривен на, опять же, погашение этой же задолженности, поскольку первый транш до людей не дошел, ситуация критическая, люди были крайне возмущены, но можете себе представить, ну, понять, что такое можно, без работы. Мы перечислили им 1,5 миллиона гривен. Однако
люди до конца денежные средства не получили, потому что людям выдали сумму около 900 тысяч, а на остальные средства руководство КПЖ по индустриальному району, они позакрывали там свои долги по налогам и другие. На вопрос, почему вы так поступили, вы понимаете, что это нарушение закона, деньги целевые идут непосредственно на погашение заработной платы. Опять же, тривиальные фразы. У нас есть руководитель, вот как мне сказал представитель суда, как мне сказал наш куратор, так мы и поступили. То есть эта ситуация дальше продолжаться не может, потому что мы выделили 1,5 миллиона гривен, на которых на сегодняшний день я мог восстановить минимум 30 лифтов, которые стоят разворованные. Эта ситуация продолжается, не может продолжаться бесконечно. Поэтому... Как реагируют правоохранительные органы? Никак не реагируют правоохранительные органы. Как правило, когда выходит какая-то там статья, либо какое-то мое интервью, это ограничивается звонками, ну а что у вас, а как, а есть информация какая-то, да, вы можете поделиться, да, пожалуйста, где, как, куда прийти, и на этом все заканчивается. На сегодняшний день я провел системную работу, то есть по всем объектам, поскольку основная часть документации этих объектов реализованных, которые находились в КПБ-бюро, на сегодняшний момент просто отсутствует. Мы подняли списки так называемых выбывших помещений, направили запросы в Министерство юстиции, у нас есть все по всем 336 объектам, то есть стоимость этих, по какой цене они были реализованы. Но чтобы вам было понятно, помещение на проспекте Карла Маркса и углу улицы Гопнер, это с центральным выходом, красная линия, он был продан ни много ни мало по цене аж 800 гривен за 1 квадратный метр. Помещение детской библиотеки на проспекте Правды было продано по 300 гривен за квадратный метр. Значит, я не видел ни дороже ни одного объекта в центральной части, на периферийных частях города, который был бы продан дороже, чем 1250 гривен. То есть, я думаю, за 1250 гривен в настоящий момент не то, что в центральной части города, даже на западном и на жилмассиве Северной нет возможности приобрести никакое имущество. Ну, может быть, там сарай какой-нибудь. Поэтому было принято решение до момента проведения конкурса определить поставщика услуг. 7 мая все денежные средства, которые оплачивают жители Жовнева индустриального района, поступают на счет жилсервиса 12 и жилсервиса 14. Об этом коммунальное предприятие «Местные платежи» расторгли договор с Жовневым и индустриальными КПЖПами. Теперь все денежные средства, которые оплачивают жители, они поступают на счета жилсервиса 12 и жилсервиса 14. То есть жителям не стоит бояться сейчас проплачивать... Жителям не стоит бояться, то есть единственное что, то есть все средства до 7 мая, они должны, те, которые будут оплачивать до услуги до 7 мая, они будут поступать в индустриальный район, то есть за обслуживание за апрель месяц. Все платежи, начиная с 7 мая, будут поступать в КПЖРЭП 12, жилсервис 12, жилсервис 14. Так, ну давайте тогда перейдем еще к одной не менее серьезной теме. Это реорганизация ЖЭКов. Как теперь будет работать эта схема по предоставлению услуг? Мы видим, и этот вопрос обсуждается на громадских слуханиях, схему следующую. Один район, один балансосодержатель. То есть это жилсервис 11, это Ленинский район, жилсервис 12, это индустриальный и так далее. То есть пока мы на очередной сессии будет после завершения громадских слуханий будет принято решение о балансосодержателе. После этого мы проводим впервые в городе Днепропетровске открытый конкурс, в котором, я надеюсь, будет участвовать большое количество предприятий. Поступает предложение поучаствовать в конкурсе от предприятий соседних областей, даже там с территории там, Донецкой области, которые оказались без работы, оказались без удел. И на открытом конкурсе будет мы определим, кто в дальнейшем будет обслуживать жилой фонд. То есть требования к участникам конкурса следующего характера. Первое. Они в случае их победы, они обязаны принять на работу всех сотрудников, которые сейчас обслуживают КПЖРЭПы, которые обслуживают жилсервис. То есть это дворники, слесаря. Ни один человек не должен потерять свое рабочее место. То есть образно, ты выиграл конкурс в Ленинском районе, будь любезен всех дворников, всех слесарей, взять себе штат с сохранением заработной платы, чтобы ни на одну копейку человек не зарабатывал меньше. Второе, это материально-техническая база. Чтобы люди выезжали на вызовы не на «Жигулях» и с одним перфоратором или еще с чем-то, а есть определенные требования, то есть это там и сварочные аппараты, и
аппараты там для бесшовной сварки труб, там каналопромывочные устройства, то есть полностью весь перечень объектов у нас, весь перечень инструментария у нас есть. Опять же, опыт работы, и чтобы пришла не какая-то там непонятная фирма, созданная 3 месяца назад, сказала, а вот мы выиграем, а потом мы там найдем людей. Нет, то есть в конкурсе должны участвовать предприятия, у которых есть в штатном расписании, фактически есть существующие работники, которые с завтрашнего, с послезавтрашнего дня готовы взять на себя ответственность и готовы выполнять работы по обслуживанию жилого фонда. В Украине уже есть такая схема, которая работает и успешно работает? То есть какой-то из городов так уже предоставляет услуги? Да, так предоставляют услуги в городе Киеве, так предоставляют услуги частично на территории Харьковской области. Подобная схема, только там более глубоко интегрированная, на территории города Кривого Рога. Там ситуация следующая, там на сегодняшний день на балансе горжилуправления не существует, нет ни одного дома. То есть был проведен конкурс, в результате конкурсов были определены поставщики услуг, которые обслуживают этот жилой фонд, которые вкладывают в него денежные средства и предоставляют услуги населению. Что ждет в самое ближайшее время жителей Днепропетровска? То есть кроме вот тех вещей, о которых вы сказали, что будет единый поставщик в каждом районе, но насколько выиграет качество услуг, на ваш взгляд? Потому что прописать это можно. Как это будет на практике? На сегодняшний день ни для кого не секрет, что весь жилой фонд города Днепропетровска у нас обслуживает, не побоюсь этого слова, 1,5 фирмы, которая в свое время была всунута в этот рынок одиозными гражданами, без каких-либо конкурсов. То есть у нас есть вот эти вот 1,5 фирмы, как я их называю, которые мы хотим, обслуживаем услуги так, хотим, предоставляем так. А жалуйтесь на нас, а нам альтернативы нет. Выгнать нас, а нет, вместо нас никто не придет. То есть абсолютная гегемония, абсолютное отсутствие конкурентной среды, абсолютное отсутствие какой-то там трудовой дисциплины. То есть есть определенная, то есть, например, хорошо работает на сегодняшний день относительно это там аварийная бригада. Все, что касается другого, то есть, ну, там работать, работать и работать. И также при этом в обязательном порядке этот вопрос мы поднимаем и на громадских слушаниях. У нас при каждом жилсервисе будет создан так называемая наглядовая рада из числа жителей города Днепропетровска, из числа активистов, чтобы в дальнейшем руководство жилсервисов в обязательном порядке все свои масштабные ключевые решения согласовывали исключительно с этой наглядовой радой. То есть в нее, я думаю, будет входить достаточно, надеюсь, большое количество людей. И все вопросы будут проходить через наглядовую раду. В первую очередь, это, чтобы мы не наступили на те же самые грабли, это реализация имущества. То есть никакой реализации имущества без согласования с наглядовой радой речи быть не может. Есть, допустим, случаи, ну действительно, там есть какое-то там помещение, которое там не используется, да. И если его жилсервис может реализовать по согласованию и по конкурентной цене с представителями наглядовой рады, то почему бы нет, то есть люди там это помещение реализовывают на открытом аукционе, на открытых торгах за реальную стоимость и потом смотрят, куда потратить эти денежные средства, вырученные там, скажем, там 500, там 800. 700 миллион гривен, куда их потратить, то есть либо это там ремонт лифта, либо это там будут кровли, либо приобретение каких-то там транспортных средств для обслуживания, то есть я считаю, это таким образом наиболее правильное будет решение. Давайте все-таки еще раз вернемся к 336 объектам, о которых вы сказали, да, в самом начале нашего разговора. Какая вероятность того и какой процент, что оно вернется к нам с вами, жителям города Днепропетровска? Ну вот смотрите, что касаемо 96 объектов, товарищ Романенко дал ответ в Днепропетровскую прокуратуру о том, что помещения уже возвращены. Но на самом деле помещения как отсутствовали на балансе города Днепропетровска, так они и отсутствуют. То есть я не вижу особо активных действий со стороны правоохранительных органов, тем более городу нанесен колоссальный ущерб на сегодняшний день. То есть ну, по предварительным оценкам это где-то не менее 1,5 миллиарда гривен. Это 1,5 миллиарда гривен втихаря во время войны вывели люди и, я не знаю, где те сели денежные средства, но объектов этих на сегодняшний день их попросту нет. Они украдены, вернее, они проданы по цене, за которую я вам говорил, это там 300, 800 и там 1000 гривен, что на сегодняшний день это просто смешно. Да. Кто тормозит, на ваш взгляд, прокуратура, милиция или обе эти правоохранительные структуры? Будем говорить, я не вижу особого интереса в расследовании данных преступлений, тем более, что налицо участие в этом организованной преступной группировки с конкретным распределением ролей. Я не вижу активных действий ни со стороны милиции, ни со стороны сотрудников прокуратуры. Что делать дальше?
Ну вот на ваш взгляд, тупиковая ситуация? Значит, нет, ситуация не тупиковая, учитывая, что раньше озвучивалась информация, что, мол, объект продали там, не было конкретики ни по суммам, не было конкретики, никто в настоящий момент является собственником этого объекта. Мы эту всю информацию собрали, завтра в 9 часов утра мы встречаемся в Генеральной прокуратуре с представителями общественников, я думаю, пригласим средства массовой информации, официально я передам всю эту информацию в прокуратуру города Днепропетровска, тем более у меня предварительный разговор был с заместителем прокурора, генерального прокурора Украины товарищем Сакварелидзе. Он пообещал оказать максимальное воздействие на расследование хода этого преступления. То есть все в самое ближайшее время должно, по крайней мере, хоть какие-то точки над «и» должны быть поставлены? Ну, мы на это надеемся, потому что выхода другого нет. Я дякую вам, що знайшли змогу і завітали до 9 каналу. Пропоную повернутися до цієї теми найближчим часом, якщо якісь цікаві новини будуть. Чекаю на вас у цій студії. Дякую, що знайшли змогу. Всього доброго, спасибо. Нашим глядачам нагадаю, що у нас був керівник управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської міської ради Михайло Лисенко.